Сезон открыт. В Бийске начался первый этап ямочного ремонта. Дорожники приступили к латанию выбоин кирпичами. Такой способ выравнивания дорог используется в Нукограде уже несколько лет подряд. И, по мнению чиновников, эта временная мера показала свою эффективность. Как бы кому не нравилось, но опыт уже показывает, что наиболее эффективное это все-таки мощение кирпичом. Стоит качественно и, по крайней мере, нету эффекта выбивания камней из-под колес, повреждения автомобилей, проезжающих мимо. Путепровод в районе табачной фабрики стал первым местом, где дорожники уложили в ямы кирпичи. Сейчас людей в ярких желтых жилетах можно увидеть в разных частях города. Отметим, что такой способ борьбы с неровностями – мера временная. Добавим, что в этом году ремонтная кампания будет проходить в несколько этапов. На первых порах, пока не заработают асфальтовые заводы, неровности на дорогах будут заполнять инертными материалами. Другими словами, кирпичами и гравием. Ближе к маю ямы будут заполнять струйно-инъекционным методом и закатывать горячим асфальтом. По предварительным расчетам, объем ямочного ремонта оценивается в 4000 квадратных метров. Однако дорожники отмечают, что эта цифра, скорее всего, только увеличится. Как к такому ямочному ремонту относятся бичане, мы решили спросить у горожан. Ну, потому что это не помогает. Все равно из ям все вылетает, это все летит на машины. А ямы как были, так и остаются. Это все временно и ненадежно, и нерационально это подход к этому. Потому что по этим кирпичикам объем машины еще больше. И они ямы никуда не исчезают, кирпичи потом также вываливаются, и по этим ямам ездим. Бывает, что проезжает машина одна, выскакивает оттуда кирпич, пробивает фару. Ну и в таком случае это их много. Что это за ремонт? Они укладывают буквально дней 5, и этих кирпичей нет. И яма становится все больше. Ты явно неэффективен. Почему? Ну это же временно, все же поплывет при первых лужах. Ну а как временная мера, она дает позитивные результаты? Ну а какой позитив-то от нее? Сразу все выпадает, любой кирпич. Ну, я вообще отношусь отрицательно к ремонту наших дорог, потому что я считаю, что, не знаю, по какой причине у нас так заключаются договора, что после этого ремонта через полгода опять требуется ремонт. Вот работаю я на горе, например, и, как говорится, вместе со снегом сошли и дороги. Да нет, конечно, это от безвыходности. Просто надо качественно проводить ремонт потом уже, когда все высохнет, чтобы каждый год этого не делать. Ну, все это знают, все об этом говорят, толку только нету. Асфальт не положишь, а я могу убирать. Так что я понимаю прекрасно.